История с беспилотниками мне немножко напоминает историю с джавелинами, а все вместе, значит, последние страницы дневников Геббельса. Вот, когда он занимался тем, что либо пробовал новые фанфары для берлинского радио, вот, либо рассказывал о том, какое вундерваффе сейчас вот-вот появится, и монголо-кацапские орды погонят обратно, значит, туда, за серые леса, жрать дохлятину, цитирую. Один тип оружия не может помочь победить в войне. Побеждает же совокупность действий разных родов войск. Тыловое обеспечение сейчас, нынешняя война современная, это война ресурсов, в первую очередь. Логистика и снабжение. Меня вот, кстати, вопросу, вот с ИГИЛом всегда очень волновал вопрос, на который я так и не получил ответ. Каким образом снабжались и пополнялись вот эти группировки, воюющие в Сирии столько лет. Вот как снабжались. Мне интересно было, где штаб, который контролирует эти логистические потоки. Все же воровать было невозможно, тогда же война бы закончилась, если бы украли все сразу. Где эта вот кнопка, как у робота, электроника, понимаешь? Это специально сделано, размыта ответственность. Может быть, кнопку и не найдешь одну, может быть, какие-то рычажки там по всему телу, как говорится, робота. Но жженые бензовозы... Тысячами. Я видел, когда мы с иракскими вертолетчиками в кавычках летали бомбить Мосул, и я, как, значит, в одном известном фильме «Апокалипсис Нау» размышлял, значит, оставить мне каску на голове или, значит, все-таки сесть на нее задницей. Вот. После чего мы зашли в такой лихой боевой, значит, вираж, и летели мы бомбить, по странному совпадению, минометную батарею, с которой нас обстреляли за сутки до этого. Я для себя тогда подумал, что мы летели мстить. Вот. Атака на батарею закончилась самым позорным образом после, значит, первого же выстрела из спаренной носовой пушки. Следующие два патрона не допадались. Вот. И мы, значит, развернулись и позорно начали выдирать. Когда пушку вскрыли на аэродроме, оказалось, что там был окаменевший тавод с мелкой песчаной пустынной пылью. В общем. Нормально. Против ИГИЛа так можно там было вечно воевать. Да. Вот, понятно, что Украина любую войну на исчерпание ресурсов проиграет просто с треском, не говоря о других видах. Вот. Так что, как вундерваффе, да, им должно быть приятно.